Всем привет, с вами Срок. Я как обычно играю в Netflix Wanted. И опять, сука падла, мне на заправке выбила игру. Я прошел в предыдущем выпуске Вебстера, ну, в котором меня выбило, я прошел спринт. И Толбут один, и один Драгода. Вы услышали, как я матекался, но видео не сохранилось. Так что вы ее, ну, там ничего интересного не было, меня раз арестовали менты, что такие дела. Ладно, не будем о русном, начнем сразу играть. Играем радар. Как видите, я забрал Вебстера машину. Первый радар 173 обхожу. Кросс 76. На 101, конечно. Надо включить замедление времени. Кто играл, мы играли в нее. Все наши замедления времени. Пожалуйста, я второй. Уже третий. Почти 200. Ну, я победитель, что сказать. Победитель по жизни. Да, есть. Так, что у нас дальше? Три круга, сыграем три круга. Thank you.
Да, круги довольно такие долгие. Теперь круг круга. Да пиздец какой. Так, прямая его должен обгонять. И это делаю. Да, я его обогнал, неужели? И он меня обогнал опять. Я, в принципе, не удивлен. Ничего нового для меня. Я удерживаю лидерство, но думаю, это ненадолго. Все пройдут, но я даже не удивлюсь. Да, он меня уже догнал, меня он уже обгоняет. Да, машина неповоротливая, конечно, очень неповоротливая. У меня на хвосте напряженные гонки очень. Я играл, когда являлся заправку, у меня как обычно видео было, тоже играл две гонки, они пиздец какие были напряженные. Это реально уже тяжело пошло. Фух, я вырвал эту победу. Первая гоночка есть. Вторую. Фух, чтоб пройти. То вот на вылет я еще не играл. На вылет всего лишь две гонки, да? Это срама она поменьше. Потяжелее мы не ищем легких путей.
Ну что это за скотина вкулилась? Меня убить походу хотят. Да, правильно, уже так иду. Ебать, я пос. Ебать, копать. Пиздец. Сосал. Понятно. Скелет меня обгонит. О, хорош. Понятно, кто сейчас вылетит. Ничего себе, я ж первый. Вот последний круг, 1-1. Пользоваться им. Вот сейчас она была нужна, там беспонтово.
Да, первый, мать его, первый. Фух. Непросто, непросто. Сколько это годов прошло уже? 5, еще 2. Толбы-то. Второй толбы. Ой, сильно, сильно. Я успел. Налегке прохожу я. Что вам? Господа, одну еще вот эту гоночку. Седьмую ставлю на следующий выпуск. Сейчас попробуем события пройти. Так, где оно? Вот, 6 нарушений. Пробуем. Thank you.
одну я уже заработал. Теперь нужна прямая, чтобы разогнаться до 200 км. Вот прямая. Теперь главное разогнать. Блять! Так, это не хватит уже. Все есть. Теперь нужно скинуть это. Все дичь. Только как? Нужно ехать шоссе. Уже не видишь ты нарушителя. Но вам покажется, этот выпуск довольно скучным, потому что я молчал, я был сосредоточен, я очень был расстроен после предыдущего дела, мне сорвалась съемка. Так что, извините меня. Ну, в этом выпуске хватит. 245 тысяч я заработал. Нормально. 3-400 еще нужно. О, 600 тысяч нужно еще. Вот она, погоняться. Так, попробуем еще одну милю пройти, только две. Так, 152 километра здесь нужно. Пытка, не пытка. Медленно, медленно. Так, теперь нужно доехать в пляж. Я разносился с пляжа. Пробуем, пробуем. Медленно. Я пока пытался пройти, вода меня опять зажали. На заправку я не поеду.
Как-то так. Ну, стоишь. Гест тысяч лишнего не бывает. Хотя больше было, чем гест тысяч. Ну, думаю, все, хватит, это был небольшой выпуск. Может, там игра не задалась, я это чувствую, потому что меня сейчас арестуют. Так что, вам понравился выпуск, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем пока, с вами был Айсрок.